В Киеве подвели итоги чемпионата Европы по футболу 2012. Операционный директор Мартин Каллен заявил, что УЕФА довольны тем, как прошел турнир. Нам удалось провести фантастический турнир. Если посмотреть на отзывы в прессе, на отзывы всех участников чемпионата, можно сказать, что все были довольны тем, как был проведен турнир. Все билеты на матчи были проданы. Общее количество зрителей на трибунах составило 1,4 миллиона человек. Самым популярным среди фанатов оказался матч между Швецией и Англией в Киеве. Киевская фан-зона также была самой многолюдной. В ней побывало более 2 миллионов болельщиков. Общее количество зрителей, которые пришли в фан-зону по каждому принимающему городу – 7 миллионов. По сравнению с Евро, которое мы проводили в Швейцарии и в Австрии, в каждый принимающий город пришло почти в 2 раза больше болельщиков. Кроме этого, Евро собрало рекордное число и телезрителей. Только в Испании 83% всех зрителей телевидения посмотрели Евро, когда играла Испания. Это 15,5 миллионов человек, то есть больше, чем во время Евро 2008 и больше, чем во время финальной части чемпионата мира в Южной Африке. Такая же ситуация была в Италии, Германии. В то же время для Украины подготовка к турниру стала прежде всего неоценимым опытом. Очень много технологий и практик было использовано и в сфере IT-технологий, и в таких вопросах, как применение стюардинга и волонтариата. Вместе с тем, Украина подсчитывает и убытки. Представители власти заявили, что чемпионат окупил только 1/5 всех затрат, вложенных в строительство новой инфраструктуры. NTD, Киев, Украина.